Всем привет, друзья, с вами Илюха. Итак, продолжаем проходить Mirror's Edge. И украденную флешку мы принесли нашему другу Ною, который сказал нам, что нужно унести ее хакеру. Этот момент немножечко пропущен был, у меня глюкнула игра буквально там 5 минут, поэтому продолжаем. Что на пульсе? Вот я тут подходил к нему, и он нас послал... странной хацкерши женщине. Ну а мы пока сейчас пойдем параллельно с Икарчиком встретимся. Что он нам скажет? Икарушка. Ну что ты скажешь мне, дружище? Наконец-то. Ной сказал, у тебя для меня снаряжение? Есть. Вот. Надень. Прикрепляешь только к прочным точкам. Прыгаешь и качаешься. Очень просто. Опачки. То есть у нас есть супертрос теперь, да? Нажмем на пробел, удерживаем и прицепляем. Ну не в каждом месте это работает. Погнали. Юху! Мне нравится. Мне тоже нравится. Попробуй еще, привыкай. Тарзаночка. Так, что у нас в карточке появилось? Вот, найти убежище пластик в якоре. Пойдемте, нам туда и надо. Это несколько своеобразная... женщина. Что ты у меня застрял? Немножечко провалились в текстуры. Я уже думал, все, придется перезапускать игру. Все, вырубаем Карлсона. Так, и что, разве сюда? А, вот, все, все правильно. Тут есть лестница. Пожарный вход. О, как тут все, как... Чипик своруем. На Авито потом продадим их. Продам электронный чип. Какой тут пейзаж. Все такое фиолетовое, непонятное. О, дроны летают. И вот она. Угу. Сверху дежурит охрана. Надо быть аккуратным. Погнали на тарзаночки. Как я сказал, пластик бывает нестандартный. Но мне кажется, вы с ней хорошо поладите. Сейчас посмотрим. Что это тут за пластик? О, между небоскребами это суровый прыжок был. Я здесь. Да нет уж, не хочу я тут таскать посылки, мужичок.
Сам как-нибудь без меня разберись. Куда тут бежать? Туда вообще, да? Через стеклянные дверцы. В каких-то странных лабиринтах живет этот пластик. Чипик. Набрать чипов — это всегда хорошо. Пойдем к пластику. Опа, что за ловушка? Имя и цель визита. У вас 5 секунд. Фейт, мне нужна пластик. 4. 3. Какого черта? 2. Я сказала, мне надо. 1. О! Чуть не убила. Прости. Кто ты, женщина? Сырая. Можешь сказать, что это? Что на нем? А, конечно. Не отсюда. Да, я его... Это был не вопрос. Тревога. Обнаружен нарушитель. Срочная эскалация. Заткнись, кума. Забей, я его еще не заделала. Зашифровано? Армейская техника. Спорим, его будут искать. Да, это был не вопрос. Когда данные нужны? Я думала сегодня. Внешний слой взломать — это минимум месяц. Ускорить можно? Ну, подключи меня к узлу. Или можешь дать месяц. Значит, к узлу. Как действуем? Достаточно будет доступа к шлюзу All.com, а оттуда по удаленке. Сделаю. Значит, и на какие-то серверные мощности, да? Чтобы взломать все это хозяйство. Как она хоть живет? О! Плазмочки, куча мониторов. Я люблю, когда много мониторов. Что у нас теперь? Угу. Вломиться в здание All.com. О как. Ну, пойдем, посмотрим, что тут у нас. На здание All.com залезть должно быть просто. Я отметила у тебя на пульсе шлюз данных. Подключись к нему с помощью перчатки, и у меня будет управление. Все так просто вообще? Как 3 рубля прям. Ну, пластик, что на пульсе? Привет, Ной. Фейт поможет мне перенаправить процессорную мощность в шлюз All.com. Только так я смогу расшифровать носитель. Перенаправить шлюз достаточно? Ну, возможно, надо будет взломать узел. Возможно и точно. Это неоднозначный вопрос. Ихо! Видимо, точно. Они хорошо защищены, Фейт. Просто чтобы ты знала. Фейт, чтобы дойти до All.com, надо пересечь Тьюринг-авеню. Используй магнит. Что-то немножечко неловко получилось. Тут надо хороший разгончик. Вот и все. Я в здании All.com. Отлично. Шлюз данных там высоко. Ну что, пластик, чем занимаешься? А что такое? Да так, просто спрашиваю. Лучше не надо. Ладно, извини. Пробивает, что она там делает? Хитро. Рядом высокий офис WFYO. Может, ты на него поднимешься и потом дальше All.com? Давай попробуем. Опять между небоскребами прыжки.
Блин, я дальше почти не проходил. Сейчас будем смотреть, что там дальше-то будет. У них есть лифт с доступом снаружи. Может, выведет наверх. Лифт. Погнали. Бремя гениальности. Ной попросил вас отнести добытый носитель хакеру по имени Пластик, которая оказалась эксцентричной девушкой-подростком. Пластик выяснил, что этот носитель из Омнистат, враждебного северо-западного соседа Каскадии. Чтобы взломать сложную защиту носителя, Пластик нужно побольше вычислительной мощности. Она отправила вас в ближайшее здание Олком, чтобы вы обеспечили ей эту мощность. В здании вам нужно будет лишь перенаправить данные со шлюза. И на этом все. По крайней мере, так говорит Пластик. А что, рендер-ферм у них нету в интернете просто? Подключилась, да, за аренду заплатила. Потрясающий. Огромная емкость. Не ожидала, что у Омнистат такая техника. 250 терабайт. Ничего, если он пришел, шпион Омнистат или вроде того. Конечно. Я видел, что он иностранный, но Омнистат... Видать, что-то важное, раз аж в город зеркал послали агентов. Так, и что это тут надо? Крюгерсека повышали охрану. У них трафик в сети вырос в 10-ро. Да, вряд ли Габриэль Крюгер обрадовался, когда обнаружил агентов Омнистат прямо в центре своего королевства. Что значит королевство? Он же не король? Да нет, я... Неважно. Что это тут за непонятные места? Вот тут я точно дальше не был. И куда тут надо идти? Ах, вон же тут. И здесь также, да? А нет, здесь просто можно. Типа допрыгнуть. Нет, пришлось все-таки воспользоваться стенкой. Ну-ка, стоп. У нас есть плюшка. Этого не должно было случиться, мама. Он обещал мне одно, а дал совсем другое. Кто он? То, о ком я тебе говорил. Доген. Ты пошел к Догану, хотя я очень просила тебя этого не делать. Чуть не упали. Что ему можно верить? Гены – идиот. Я не знаю, что делать. Ну, разумеется, Кристин. Что произошло? Расскажи мне все. Такой мощный музончик такой. Экшончик. Так, и куда нам идти? Да все, оглушили. Я нашла шлюз данных. Подключаюсь. Давай. Есть. Начинай мы. Черт. Что? Надо и приоритет переключить. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт. Отлично. Вечеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олком. Видимо, о тебе. Что значит «видимо»? Конечно, о ней. Я просто говорю, пусть не задерживается. С чего бы ей? Я ей говорю, чтобы торопилась, Пластик. Да она уже наверняка. Она же бегущая. Все, застрял в текстуре. Смотрите, ногой провалился. Ужас. Ужас. Так. Куда тут идти-то? А что, ты хочешь сказать, что мне туда? А я туда допрыгнули? Да уж. Да, допрыгнул. Теперь туда, да? Блин, ёшкин ты кот. На колени, живо! Она одна? Эй, кто это? Да ты чё такой? Чё хрен? Чё, супер боец, что ли? Ну да все. Сбили с ног. Будете знать, как в хрупкую девушку тут стрелять. Опять тут какие-то тарзанские вы. Опа. Я уже, блин, как в детстве, знаете, джойстик дергаю. Чтобы перепрыгнуть. Что тут у нас? Что этот вариант я исключила? Может,
Ты поел? Я завтракала. Это было 9 часов назад, Эрика. 9 часов? Черт. Прости. Да что ты? Я так близка. Ответ, вот он рядом. Мне бы только... Как там девочки? Я отвел их к Ноэ. Здесь только ты, я и твой потрясающий мозг. Не знаю. А, вот же, тут можно отсюда ускорение дать. Вот так. Хоба, вот, руками. Почему ты так уверен? Тут надо просто, да? Нет, не просто. Надо было через стеночку. Да, тут через стенку. Пиху! Нехило так вниз скатились. Так, и чё тут, куда надо идти? Опять через Крюгер Секов? Это мне уже не нравится. Смотрите, сколько много-то. Ох, чёрт, я ещё потерял энергию. Ты чё на? Девчина. О. На тебе. Фу. Боевые уклонения помогли. Справиться с неожиданной ситуацией. Защитник. Воу, тяжелый ближний бой. Так, АЛД уклонится от боевых атак. Ух ты, у него что-то в руке, какой-то супер кастет. Да они какой-то фигнёй, да? На тебе. Видишь, какой живучий. Блин, выносливость-то нехило так теряется. Ха, он своего... Мочканул. Понял, выполняю. Оу. Я тебя сейчас вот током-то подергаю. Блин. Блин. А, черт. Да давай копыться. Комната открыта, я закончилась. Отлично. Я был прав. Я не говорила, что не прав. Я думала, что смогу управлять узлом через узлом, но фаервол не разрешает. Фейд, к зданию идет подкрепление Крюгерсек. Срочно уходи. Да. Автоматчика надо вырубить. То он кони мне тут сейчас кровь попортит. Так, куда бежать-то? Все, разобрались. А, вон, туда надо бежать, да? Все, понятно. Главное сейчас вовремя свалить. И погнали! Вышла. Ура! Узел недалеко от тебя.
Так, доступное улучшение, да? Что у нас есть? Движение, да? Быстрый разворот, это нам. А чё побои? Может быть, побои есть? Так, где тут у нас? Карта, развитие, вот. Боевые-то есть какие-то навыки? Преимущество оглушения. Дает 3 легких атаки по оглушенным, разбитым с ног противником. Ну давай возьмем тогда ее. Бррр, какой звук волшебный. А теперь тут уже ничего не взять, да? Быстрый разворот, да. Тут выбирать надо, либо битва, либо бег. Сеть состоит из узлов. Все данные в каскаде проходят и фильтруются через них Холком. Я давно хотела подключиться к такому, но не знала, как это сделать, не заходя туда. Ну, конечно. Бегущих подключили свои пульсы к сети. Говорят, там много полезной информации. А ты так делал, Ной? Да, но они с тех пор много раз обновлялись, и я потерял связь. Выйди им замок! Может понадобиться помощь. Чё за мордобой? Блин. Вот незадача, зажали мне тут. О, антенка. Ломаем антенку. Косек, объявили тревогу, на вас идет охота. Спасайтесь. Угу. Надо удрать теперь, да? От всей этой массовки. И куда удирать? Эй, что у нас со зрением бегущего? Так. Побежали. Куда нам надо бежать? Чип еще своруем по пути. Но без этого никак. Так, что, тупик? Нет. В каких домах, блин? О, балкончик. И чё? Тут куда надо бежать? Что-то я не хочу прыгать здесь по балкончикам. Не нравится мне это, если честно. Давайте-ка лучше отсюда свалим. Куда-то сюда, да, бежать надо? Черт, опять обнаружили, а? Сейчас налетят эти мужички. Ну ничего, я думаю, смотаемся. Я думаю, что если остановлюсь, то по-любому мужики эти прибегут. Нет, убежал.
Вы кто, мадам? Вроде как бы удачно все складывается. Охо, ничего тут, блин, высоты-то, а? Куда это мы сейчас, интересно, бежим? Может быть, стоит все-таки осмотреться? А, я к девочке-компьютерщице, я так уже понимаю, куда я пошел. Ух ты. Ага, тут надо только как-нибудь... Надо только сверху вниз, ладно. Так, минутку. Что нам надо, куда сейчас? Убежище в логово, да? А, нет, надо, значит, надо вернуться, все правильно. Так, вентилятор. Вернемся в вентилятор, через вентилятор в логово. И посмотрим, что там у нас. Скажут по поводу этой флешки. Босс что скажет? А все, мы уже там. Привет. А я думал, в тюрьме тебе научили сдерживаться. А нет, что-то. Что-то особого нету такого-то. А, ну в логово типа просто смотался я тут. Возьмем какой-нибудь быстрый кит-набор. Что-то их нету, да? Ничего это, в общем, не дает. То, что мы сюда пришли. Давайте посмотрим. Так, базовый набор, метка. С намадом надо, да, встретиться? Еще задание. Проникнуть в узел. Поговорить с птицеловым. Триумвират Драйв. Это неинтересно. Пойдемте к намаду лучше. Быстренько пробежим. Каждый раз эти вентиляторы почему-то вырубать приходится. Эй, подойди сюда. Кто тут? Что ты хотел? Нет, посылки я тебе не буду бегать доставлять. Есть дела поважнее. Нас там намат ждет. Это что такое? Жизнь надо в задворках? Нет, это не интересно. Чип украдем. Вот он. Граффити рисует. Это что? Искусство. Да?
сразу не поймешь. Ха-ха. Ты пришла, чтобы разрушить мою самооценку, или все-таки хочешь помочь? Ну, прости. Помочь, конечно. Хорошо. Я слышал, что Крюгерсек разрабатывает новый чип для дрона. Неплохо было бы нам его заполучить. Вопрос в том, где его держат. Может, где-то в Крюгер Армс? А ты соображаешь. У меня есть один парень оттуда, обещал продать документы с инфой. Но теперь новые условия ставит. Может, ты проберешься в его жилье и заберешь документы? Конечно, это без проблем. Круто, я дам его адрес, это тут недалеко. Окей. Ладно, будем пробираться, но уже, наверное, в следующей серии, ребята.